Вот они, ручьи. Для удобства граждан положили покрышки, потому что обходить очень далеко. Вот она бежит, вода. Не переставай. В селе Кусак в феврале улицу пополам разделяет ручей. Почти месяц назад здесь прорвало водопровод, и вода продолжает течь и топить. Жители говорят о новых порывах, хотя ситуация вроде только начала улучшаться. Регулярно вытачивают эту воду, потому что она к ним забегает. Они ночью где-то ближе к часу ночи, наверное, включили воду, потому что вода пошла. Но у нас-то напор, когда вот эта поломка началась, напор был маленький. А те, которые ближе к башне, ну, у них как бы напор и нормально вот шел. Эти кадры снимают местные жители не только для нас. Публикуют их в чате поселка, чтобы хоть как-то предупреждать соседей. В центре разлом. Огромная яма, раскопанная в месте порыва. Она заполняется водой и уже топит погреба. Ограждена яма скромной лентой. При этом, чтобы перекрыть воду, коммунальщикам нужно найти колодец. Именно найти. Водопровод 60-х годов, и никто не знает, где этот колодец. Вызвали специалистов, металлоискателя. Будем смотреть по ситуации. Сроки завершения работ чиновник не называет. Говорит, их невозможно определить, но работы ведутся. Кстати, незадолго до выхода материала местные жители сообщили о новом порыве. Андрей Дриер, «День с толком».